Здравствуйте. После 4 декабря я понял, что жизнь в нашей стране изменилась. Так жить мы больше не можем. Я понял, что нельзя допустить, что Владимир Путин вновь вернулся к власти. Придя в приемную Михаила Прохорова, я считал, что нужно поддерживать любого, кроме Путина. Но, познакомившись с этим кандидатом, я понял, что это единственный самостоятельный кандидат. Посмотрите на бюллетень. У нас есть коррупционер, его марионетка, клоун и старпер. И под номером 4 находится единственный нормальный кандидат, Михаил Прохоров. Я сделаю все, чтобы он стал президентом. Сделайте все и вы. Спасибо.